Портал – это творческая лаборатория, место, куда приходят люди творить, платить не деньгами, а творчеством, искусством. Кто-то рисует, кто-то поет, кто-то созидает, рубит дрова, переносит какие-то объекты, делает какие-то объекты. В общем, творчество в любых его проявлениях. Здесь интересных мероприятий проходит больше, чем во всем Владикавказе. Здесь бывали ребята, которые никогда не выступают на сценах, можно слушать только воочию. Музыка, она разноплановая. Она может быть на английском, на русском и на эстонском. И тем самым эти языки уравниваются. Они становятся одинаково интересными, потому что в музыке язык приобретает красоту. И плюс этих мероприятий, что играют национальные инструменты. Люди начинают интересоваться национальным аутентикой. И это очень важно. Эстонский язык, он забывается. Мы уже понимаем, что он становится не модным. Если ты видишь картинку, и на ней написана какая-то странная фраза на непонятном языке, человек начинает интересоваться, и ему западает через эту картинку какое-то слово, какая-то фраза, даже вот это «юмалом». «Юмалом» — это идеальный девиз. Это то, чего не хватает вообще для города. Единственное, мы все одиночки, каждый из нас отдельная личность. И, то эго, которое он себе взрастил, оно не позволяет нам быть открытыми и едиными. А вот этот слоган, он стирает все эти эго и показывает, что человеку необходим человек рядом. И тогда твои возможности, они растут. И они не растут, они умножаются. Как-то мне скинули такое выражение. Там начиналась книга у Рериха. Все творчество начнется вокруг очага. Вот так и получилось. Сперва был костер. Вокруг него сформировалась творческая обстановка. А потом все начало прорастать, можно сказать, творчески вот этот потенциал Владикавказа. Эта тусовка была просто необходима.